Канал «Схема лечения» дает вам возможность ознакомиться с отзывами реальных людей о данном препарате. Заходите в комментарии и читайте. Если вы уже пользовались этим лекарственным средством, то просим вас оставить отзыв в комментариях. Это поможет людям, которые в данный момент ищут информацию и планируют лечение. Расскажите, при каком заболевании вы использовали этот препарат? Расскажите о побочных эффектах и осложнениях, если они были. Насколько эффективным оказалось лечение? Итак, смотрим комментарии. Подписывайтесь и ставьте лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое может вам помочь.